О, це поінтересно. Це поінтересно. Щось башка. Ні, це башка трофей. Друзья, я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу сделать очень уловистую снасть для ловли карпа и амура. Итак, для этого нам понадобится обычная спица и желательно соседского велосипеда. Понадобится пружинка, которую при желании можно сделать самому очень легко. И несколько инструментов. Также нам понадобится пару крючков, хороших карповых, и термоусадочная трубочка. Цвет роли не играет. Я уже делал и на красный, и на зеленый, и на черный. Клюет одинаково и клюет классно именно на эту снасть. Обязательно, друзья, смотрим видео до конца. Не забываем подписываться на канал. Вот здесь вот нажмите на подписочку и обязательно на колокольчик. Итак, друзья, приступаем к сборке. Берем велосипедную спицу. Сразу же надеваем пружинку и закручиваем. Закрутили. Немножко выше, где заканчивается наша спица, при помощи инструмента придерживаем велосипедную спицу и делаем изгиб под 90 градусов. Далее отступаем примерно 5 сантиметров. Делаем изгиб. Раз. И выгибаем ее дальше. И в этом месте делаем продолжение. Вот так вот у нас должно получиться. И дальше снимаем нашу пружинку. И теперь нужно нам зафиксировать, чтобы при поклевке, когда у нас будет хороший карп, не растягивалась в этом вот месте. Мы берем и при помощи инструмента зажимаем и делаем пару оборотов. Вот такого плана замочек должен получиться. Этот замочек даст возможность не расходиться нашей спице при поклевке, когда мы будем вываживать крупную рыбу. И теперь отступаем еще 5 сантиметров и при помощи круглогубцев делаем колечко, за которое, собственно, у нас и будет держаться весь этот монтаж. Прижимаем и начинаем крутить. И теперь Так же самое делаем один виточек, для того, чтобы зафиксировать уже это кольцо верхнее. Буквально один виточек под 90 градусов. Этого будет уже с головой достаточно. Вот так вот должно получиться. Лишнее обкусываем. И желательно немножко подточить его, сточить вот этот острый край. И вот так вот гладенько получается, уже ничего здесь не засыпается. Вот такая вот очень даже нехитрая оснасточка получается. И теперь остается сделать два поводка. Берем нитку, я буду использовать толщину 0,25, этого будет с головой предостаточно. Крючочки для карпа. Карповая серия, номер 6, Хаябуза. Они себя зарекомендовали, очень хорошо эти крючки. Больше не нужно. И быстренько завязываем поводки. Связали первый поводочек, отмеряем буквально пару сантиметров и делаем петелечку. Это будет первый поводок. И второй поводок сделаем с волосом, на волосяной оснастке. Вот такой вот, ребята, поводочек получился. И этот поводок у нас должен быть около 20 сантиметров. Я сейчас вам покажу зачем. Итак, продеваем в нашу пружинку. Вот так. Теперь одеваем на оснасточку. Закручиваем ограничитель. И здесь уже выставляем ту длину, которая нам нужна. И теперь делаем петельку. И также методом удавкой будем вязать к оснастке. Первый поводочек готов. Прикрепляем второй поводок. Но перед этим нужно надеть нам термоусадочную трубочку. Отмеряем трубочку. Отрезаем. И при помощи зажигалочки зафиксировали. Все, она крепко сидит и не даст возможности тереться нашему крючочку. Все очень жестко, все очень надежно. При желании можно и сюда надеть термоусадочную трубочку. Но в данном варианте я не вижу смысла этого делать. И теперь оснащаем крючочком. И вот, друзья, вот такая вот снасть. Очень классная и очень рабочая у нас получилась. И, друзья, оснащаем волосяную оснасточку, оснащаем второй крючочек живой наживкой с попапчиком. И здесь попапчик маленький, и здесь, чтобы при малейшем всасывании карпа наживочки наши крючки влетали в рот карпу. И вот такая вот, друзья, замечательная презентация нашей наживочки, нашей снасти получается в водоеме. Прекрасно каша играет, рядышком находятся две очень заметных приманочки, один попапчик с кукурузкой и живая наживочка, и наш очень замечательный попап из тапочка. Кстати, можете посмотреть вот здесь вот будет ссылочка на очень классное видео, как сделать такой попап. Посмотрите, вам будет очень интересно. И вот теперь посмотрите, что будет происходить, когда карп подойдет и будет всасывать прикормку. То есть вот в виде бутылки будет карп, он подходит, всасывает прикормку, и прикормочка сама влетает в пасть карпа. Вот что происходит, друзья. И также происходит с попапчиком. Засечка гарантирована. Друзья, благодарю всех, кто посмотрел это видео. Надеюсь, вы сделаете для себя вот такую вот классную снасть, и она поймает вам очень больших трофеев. Не забывайте подписываться на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И до встречи!